Развлекают народ в дружбе всю масленичную неделю, но самые массовые гуляния традиционно пройдут в воскресенье. Начнется программа в 11 часов. Главная особенность праздника – традиционные развлечения. Русские потехи, веселые игры и состязания, хороводы, народные песни и частушки. Молодежь сможет проявить себя в боях стенка на стенку, перетягивание каната, беги в мешках, распиливание бревна на скорость. Для любителей спорта будут устроены соревнования, например, волейбольный турнир. Традиционно в парке пройдет чемпионат по поеданию блинов. Не забывают в дружбе и про новый бренд региона – Владимирскую вишню. Вся вишневая тематика у нас будет представлена на сцене. Это будет как дополнительная фотозона, то есть люди могут подходить, фотографироваться, смотреть, трогать. Вот. Соответственно, будут на всех торговых точках будут блины с вишней. Также всех гостей ждет концерт, в котором примут участие любимые артисты. Для детей проведут познавательную игровую программу «Масленичный заигрыш» и театрализованные представления. Весь день будут работать площадка мастеров «Волшебные руки», выставка картин городских художников, ярмарка изделий народных промыслов. Провести время с пользой горожане смогут на мастер-классе «Масленица. Гости дорогая» по изготовлению мини-масленец и традиционных русских кукол. Гости праздника смогут не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стать героями профессионального фильма о праздновании широкой масленицы во Владимире, который будут снимать на протяжении всего дня. В этом фильме примут участие все гости нашего парка. Мы сделаем массовый флешмоб, мы будем показывать движения со сцены, весь народ будет их повторять, квадрокоптер, камера сверху все это снимет, и потом этот фильм отправится в Сочи на конкурс событийных мероприятий. Сожжение 4-метрового чучела масленицы в парке состоится ровно в час дня, раньше, чем на других городских площадках. Но на этом празднование не закончится. Гуляния продлятся до 5 часов вечера. Завершит праздник зажигательное фаер-шоу «Путь солнца».